обсуждение, ну каково вам часто из этой постановки? Какие чувства оно вызывает у вас? Ну, во-первых, это очень почетно, я думаю, тем более эта постановка приготовлена к замечательному событию, это 70-летие Победы, в дань уважения нашим ветеранам, нашим предкам. Это очень почетно и очень гордо. Во-вторых, это огромный опыт для меня, как для солиста капеллы, опыт театральный, потому что работать с такими большими профессионалами, да, как режиссер Ольга Тимофеевна и помощник Николай, приобретаешь невероятные знания, невероятные, ну, для нас это невероятное, вот, то, что... То, чему они нас могли научить, я думаю, они научили. Мы будем стараться оправдать их ожидания и, я думаю, ожидания зрителей. Вот, Сергей, вот немножечко об этом актерском опыте. Чему научили? Как пришлось вот перевоплощаться, перестраиваться? Ну, я думаю, перевоплощаться пришлось за время подготовки очень много раз. Они искали, наверное, ту точку, которая в нас более видна, более вот такая, более, не знаю даже, как это сказать, более профессионально, потому что для нас это ново, вот, и научить вот так вот с нуля человека играть уже такие большие, ну, для нас это большие роли, очень тяжело, но я думаю, как бы нас вдохновили, нас научили и нас одарили своей профессиональностью. Поэтому мы схватывали все, что могли, и старались схватывать все, что нам давали. Ну вот, Сергей, ну вот расскажите немножко, вот как учили, что вам давали, кем вот вы? У меня роль очень веселая, она, в принципе, мне близка и сразу ко мне приелась, потому что я такой весельчак, фотограф, летаю на фронт и, ну, не знаю, короче, я веселю людей среди вот этого нелегкого времени, вот, еще раз повторюсь, эта роль очень близка, но... Пришлось пережить очень много стараний, несколько, одно движение мы гоняли по 100, по 150, по 200 раз, поэтому быть актером очень трудно. Когда перевоплощаешься в ту или иную роль, это очень даже как бы психологически, что ли, тяжело, то есть ты уже потом запутываешься, в какой роли ты находишься и не знаешь уже, кем быть на самом деле. Нет, просто дело в том, то, что эмоции... Нет, петь, как бы это наше профессиональное, то есть это, в этом нет особых сложностей. Смысл в том, то, что каждому герою ищут ту или иную вот, точку опоры, в которой у него лучше получается. То есть эмоции могут быть такие, и раза среди вот, всей подготовки пробуются у одного момента разные эмоции. Какая лучше получится у того или иного героя, ту, в принципе, оставляют в спектакле. Поэтому эмоций этих приходилось переживать очень много. Вот, и поэтому иногда даже сбивались, уже забывали, как это надо, где это надо, и путались в эмоциях своих. Вот, и, а когда человек переживает очень много эмоций, естественно, это морально, психологически очень, очень тяжело. У меня одна из самых, я считаю, таких... азартных ролей. Я играю Соню. У меня муж инженер, но он потом уходит на войну. И весь спектакль я веду себя очень, как сказать вам, весело, не падаю духом. Но я знаю, что по всей стране идет горе, но я это сдерживаю в себе. Это ваш первый опыт в такой постановке оперирующей, скажем так, что-то между театром. Ну, в Травиате я была участницей хора. А здесь все-таки режиссер Ольга Тимофеевна отобрала нас на роли по внешности, по голосовым данным. И вот меня определили, как бы решили, что я буду Соней. Совпадает. В чем? В чем? Ну, как вам сказать? Ну, во-первых, то, что я всегда исполняю даже с оркестром. У меня очень яркие произведения, что мне надо всегда исполнять их эмоционально, темпераментно. А здесь я такая же вот, темпераментно, эмоциональная. Желаться бы не пришлось? Нет, не пришлось. Как вы думаете, почему вы должны прийти
Ну, во-первых, здесь известные произведения звучат. Во-первых, «Жди меня». Это очень трогательная вообще, ну, как вам сказать, песня. Ну, произведение «Жди меня» Симонова Константина. Даже мы, когда сидим в зале, а играют наши коллеги, просто невозможно не прослезиться. Во-первых, все выходят на священную войну, и даже вот от одного произведения уже все, мурашки же по телу. Вообще все известные произведения. И спектакль очень интересно построен, очень так. Режиссерские задумки очень интересные. Я пою «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали?» Да, у меня дед, у него есть орден Красной Звезды и очень-очень много медалей. Во-первых, он был врачом на войне. И у него хотели уже госпитализировать его, ну, больных. Он сказал, что буду лечить их сам, то есть не дал их на госпитализацию. А второй дед был зенитчиком.